Компания «Электромотор» представляет. Мотокультиватор Texas TX601B. Производство Дания. Данная модель укомплектована американским двигателем Briggs & Station. Транспортировочные колеса одним движением ноги перемещаются в активное или пассивное положение. Эргономическая ручка и руль с боксом для мелочей. Сдвоенный рычаг передач минимизирует риск повреждения редуктора. Оборудован 6 съемными фрезами с болтовым креплением ножей. Ширина обработки почвы от 30 до 85 см. Глубина обработки 33 см. Перед запуском необходимо залить бак бензин, проверить уровень масла, отодвинуть заслонку, включить зажигание и дернуть ручной стартер. Progressive People. Технические характеристики. Мощность составляет 4,5 лошадиных силы. Передачи 1 вперед, 1 назад. Вес 61 килограмм. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 044 5 300 38.